В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника отдела УГРО розыска Таганрога, который подозревается по части 3 статьи 294 УК РФ. По версии следствия, бывший сотрудник полиции, чтобы оказать воздействие на ход расследования уголовного дела в отношении двух его подчиненных и избежать личной ответственности, в точности дисциплинарной за ненадежную кадровую воспитательную работу, он разместил в интернете видеоролик «Беспредел Следственного комитета». На видео можно увидеть, что полицейский вмешивается в работу следователя, пытаясь выяснить и свидетельствовать обстоятельства по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства. Откуда вы, расскажи мне? Я не говорил ничего. Ты что, нахуй, откуда в целине воры, слышишь? Я не говорю. Там смотряга ездит, блядь, 15, блядь, вытрезвитель, 15 вытрезвитель. Куль ты мне рассказываешь, блядь, целину, блядь. Яценко знаешь, блядь, целина, блядь. Ты баба, знаешь, как слышишь? Да, знаю, баба. Да, девушка, баба, знаю. А кто там еще воры? Там заводят нашу, у него. У него повторки до полгода. А? Понимаю. Ты куда служал, Олег? А? Просто пришел, просто чтобы она со мной нормально разговаривала. На руках что-нибудь, слышишь ты? Нет, я не говорю, что...